Микрорайон Волга-Лайф, 11 марта 2021 года. Потихонечку ребята раскачиваются, начали устанавливать утеплитель. Причем как-то странно. Сначала торцы обшивают одного дома, вместо того, чтобы закончить дом целиком. Вот эти два построенных дома. И пока вот это у нас площадка. Вот эта вся площадка в таком состоянии болота. Ничего не выравнивается, ничего не засыпается. То есть если под эти дома они сначала, наверное, год отсыпали, все выравнивали, то сейчас пока прогресса никакого не наблюдается. Посмотрим, будут ли они все это дальше строить. Но пока вот доделывают дома. Есть новости о том, что, возможно, в ближайшее время начнут строить мост. А мост будут строить лет 5. Засекайте, да, от даты этого ролика. Посмотрим. Все предыдущие дома вроде бы уже в завершающей стадии. Люди заезжают, машин очень много, там чуть ли не драки на парковках заходят. Снег никто ничего не убирал. То есть новости в группе Волга Лайф, конечно, очень такие достаточно занимательные. А я езжу, продолжаю снимать, рассказывать вам о том, что происходит. Вот так идет дренаж. Дренажная канава. Столбы газовые уже установлены. И вот это, я так понимаю, все либо в трубы уйдет, либо засыпется, потому что дома должны стоять вот так же по-прежнему по этим направляющим. Что-то копают, видимо, тоже канализации, либо дренажи. И в принципе нет, на самом деле вот поле немножечко отсыпали, и уже тестовые столбы забили. Так что, видимо, предполагают, что, может быть, в следующем году начнут. Будем следить. Но вот интересно, да, как засыпается болото. Вот здесь под этими домами было то же самое. И как это будет все с территории осваиваться. Судя по внешнему виду, потому что рабочие выносят мусор в контейнер, вот эти дома тоже либо уже сданы, либо уже прям вот чуть-чуть и будут сданы. К сожалению, детский садик так не достроили. Вот он уже год стоит с покрытой крышей, ничего не происходит. Может быть, летом начнут. И вот эти два домика, последние, то есть полную первую очередь они все-таки завершают. И в ближайшее время, видите, уже окна вставлены. В ближайшее время первую очередь из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, по-моему, домов должны они закончить, вот, видимо, к лету. Так что нормально, людей здесь много поселится. И вот такие вот огромные кучи, неубранные территории, пока, к сожалению, так и остаются. Парк не закончен.